Федор, я твой папа. Мой папа умер 30 лет назад. Помощь нужна твоя, зятёк. Ты на учёте психиатра не состоишь? Нет. Оп-оп-оп-оп-оп! Я вижу души тех, кто не может попасть на небеса. Я три года вознестись не могу. А что, в ад тоже не берут? Твоя миссия – помогать людям закрывать их гештальт. Мне нужно исправить все то, что я не успела при жизни. Я бандос, проказник из 90-х. Я просто вышел в магазин. Помогите, пожалуйста. Твари! Ну, может, у нас план какой-то есть? Применим смекалку. Знаешь, что это такое? Надо превозмогать стресс без алкоголя. Хочу нажраться, вы говно поможете? Вот знаю, что вреда не причиняю, а все равно приятно. Небо. Бегом, Федя! Можно я позавтракаю? Сырники? Сатанинское блюдо. Не волнуйся, я тебе все подскажу. Сейчас по мениску ему, давай. Вези меня, мразь. Такие пляски, союз и рушился. Ну да, в комсомолках такие не ходили. Ты что знаешь про комсомолок, шкет? Когда комсомолка трусы снимает, гордость за родину берет. Я с вами точно забухаю. Закрыть гештальт. Я от тебя не отстану. Я просто перекрещусь и все. Ведьма. Смотрите с 11 августа.